Телевизионное агентство недвижимости «ТВ-дом» представляет рубрику «Горячая семерка. Лучшие предложения недели». Седьмое место. Продам трехкомнатную квартиру на проспекте Добровольского. Восьмой этаж девятиэтажного дома. Площадь 64 квадратных метра. Ремонт, мебель, техника. Две лоджии. Красивый двор. Цена 33 тысячи. Шестое место. Продам двухкомнатную квартиру на шестой станции Фонтана. Площадь 45 квадратных метров. Двухсторонняя, хорошее состояние, большой балкон, уютный зеленый двор. Рядом море, Аркадия. Цена 32 тысячи. Пятое место. Продам квартиру на улице Льва Толстого. Общая площадь 43 квадратных метра. Кухня-столовая 20 квадратных метров. Ремонт, бытовая техника, отличный район. Цена 28 тысяч. Четвертое место. Продам однокомнатную квартиру в новом доме премиум-класса на Люсдорфской дороге. Евроремонт, встроенная мебель, техника, панорамный вид на море. Цена 26 тысяч. Третье место. Продам однокомнатную квартиру на улице Спиридоновской. Общая площадь 30 квадратных метров. Большая кухня, современный ремонт, мебель, техника. Закрытый двор. Цена 24 тысячи. Второе место. Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Площадь 89 квадратных метров. Комнаты раздельные, большая просторная кухня. Автономное отопление. Срочно. Цена 22 тысячи. Первое место. Продам однокомнатную квартиру в новом кирпичном клубном доме на Молдаванке. Четвертый этаж пятиэтажного дома. Площадь 30 квадратных метров. Просторная кухня, большой балкон, закрытый благоустроенный двор. Цена 21 тысяча. Горячая семерка. Лучшее предложение недели.